Познакомьтесь с нашей героиней. Стойте! Бросьте бяку! Это же коровьи какашки! Стой! Ее дети самые послушные на свете. Я сказала нет. У нее много друзей. Прошу прощения. Потеряли что-нибудь? Можно я присяду с вами? И муж все время в разъездах. Ты когда-нибудь задумываешься, каково мне здесь? Ни семьи, ни друзей. Мы договорились. Ты присматриваешь за детьми, пока они не пойдут в школу, а потом я. Но однажды... Теперь мы сможем друг друга видеть, даже когда меня нет дома. Это веб-камера. Счастливый случай. Готова. Я здесь. Может все изменить. Привет. Мой муж подарил мне веб-камеру. Теперь я могу общаться с ним. Но его сейчас нет, и я решила пока поболтать с вами. Это же та девушка из парка! Мамочка! Мама! Я занята, Наполеон! Я облетела половину земного шара в поисках женщины, которая бы олицетворяла современную богиню. Мы возьмем твои песни и сделаем тебя звездой. Да! Да, ура! Это же мечта! Какой шанс дается только один раз в жизни? Повторяй за мной. Я богиня. Какая из меня богиня? Я же мать двоих детей. Как думаете, можно взять тело модели и приклеить ее голову? Уже скоро. У вас есть что-то невероятно располагающее к себе. Как у Анджелины Джоли и ее Брэда. Смотрите в кинотеатрах. Все мужчины и даже их собачки хотят подключиться и наблюдать за вами. Невероятную историю. Только проверю свою домашнюю веб-камеру. Я спрятала ее за цветами. Смотрите, уже миллион. Где моя жена? А моют ли гейши посуду? 89,7% работы по дому выполняют женщины. Вы уверены? Если честно, то понятия не имею, но мне кажется, цифры даже занижены. Богиня! Это же ее муж! Симпатичный. Отличная задница! Скоро.